приехали в Костомукшу в октябре 83-го года. И, конечно, Костомукша поразила и очаровала с первого самого момента. Выпал первый снежок, было очень красиво, было много очень финнов тогда еще. И вообще-то городок напоминал не металлургическое предприятие, а какое-то курортное место. Было очень красиво. И вот однажды мы отправились на Гипроруду. Вот этой дорогой мы и шли. Здесь стояли домики. Это были не старинные деревенские дома, а более современные, но деревянные. Некоторые были полуразрушенные, остались только кирпичные печи, трубы. Но ясно было, что здесь жили люди. Но когда мы прошли дальше и вышли на поляну... Пойдемте дальше. Вышли на поляну, у меня вот просто что-то в душе перевернулось. Я знаю, что когда-то, в старые времена, еще до войны, и вообще очень древняя была деревенька Костомукша. Вот я просто услышала карельские голоса. Я услышала звон коровьих колокольчиков, блеяние овец. Это вот настолько явственно все передо мной появилось, что я уже не слышала ни детей своих, ни мужа. Я видела то, что здесь было. То есть вы это себе представили? Да, я себе это представила. По существу я становилась участником той жизни, в которой меня не было и в которой я не участвовала. Однажды я увидела возле одного из домиков голубые цветы. Это были такие необыкновенные цветы голубые, ну просто сказочные. Я таких никогда не видела. Но потом оказалось, что я их видела. Но они именно в этом месте на меня такое впечатление произвели. Может, вы их знаете. Это синюха. Вот здесь где-то стоял дом, дальше стояли, вот где заросли вот такие деревья, там были дома. А возле домов росли деревья. Видите, здесь и кустики малины, тогда вот все это очень явно было. В городе у меня много любимых мест, и я очень люблю Костомукшу. Много мест, которые связаны с какими-то интересными, веселыми событиями, с какими-то периодами жизни. Но вот когда приходишь сюда, то явно ощущаешь, что сердце города Костомукши здесь. Вот здесь его душа. И для меня это настолько трепетно, настолько это живет в моей душе. Но я не знаю, смогла ли я вам сказать об этом. Какой здесь прекрасный мир был, ну, может, 80, может, 100 лет назад, давным-давно. Своя другая жизнь. Но все течет, все меняется. А вот эти люди заложили здесь что-то такое доброе, хорошее, и оно осталось. Я работала, когда в школе, мне пришлось взять, получилось так. 5-й класс. Мы пришли кататься на санках сюда. Они были очень счастливы, что усадили меня на санки и втроем или вчетвером тащили меня. И я смеялась, и мне было весело, и им было весело, и все было очень хорошо. Вот 15 лет назад выпустила я этот класс. В этом году была очень душевная, очень хорошая встреча. Вспоминали все, включая катание на санках. Мне хочется, чтобы у всех в душе проснулось вот это чувство, что это основа нашей Костомукши. Комбинат, конечно, благодаря комбинату город появился, но у всего есть своя душа, что душа Костомукши находится именно здесь.